Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию и сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Кроме того, звук «е» придает обаяние и простоту. Звук «а» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Звук «б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Подсознательно звук «е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Буква «к» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Если буква «е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Предупреждение владельцу с буквы «л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Буква «б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Буква «г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «и», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Звук «г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Они мечтают об упорядоченной и спокойной жизни, о заранее запланированном и лишенном неожиданностей существовании. Процесс дискуссии у этого имени как игра в словесный бисер. Вот что важно для этого человека. Они всегда стремятся действовать. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния. Готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Буква «к» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Звук «л» дает людям любовь ко всему красивому. Они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Буква «р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Расчетливо и упорядоченно эти люди руководят своей жизнью и жизнью тех, кто им доверился. При этом они ощущают постоянную потребность заботиться о более слабых. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.